Всем привет! Уже сегодня станут известны участники суперфинала, который состоится завтра в Дворце спорта Большой. Ну а сейчас мы отправляемся на хоккей. Мы находимся на третьем объекте турнира Кубок Газпром Нефти. Это центр по фигурному катанию и шорт-треку, где выступали очень известные фигуристы. А сейчас здесь выступают юные хоккеисты, которые тоже станут чемпионами. Прямо сейчас начинается игра 1/4 плей-офф «Металлург-Югра». Мне потребовалось 5 минут, чтобы преодолеть 100 метров от центра по фигурному катанию и шорт-треку, где проходит одна из игр Востока, до Ледового дворца «Айсберг», где вторая игра конференции «Восток» между командами «Авангард» и «Торпедо». Идет игра, я вам решил немного рассказать про Ледовый дворец «Айсберг», где она и проходит. Построен он в 2012 году и обладает программируемым покрытием, позволяющим менять поверхность в зависимости от вида соревнований. Рассказывайте, чем занимаетесь сейчас? В свободное время сейчас гуляем на улице, на улочке, дышим воздухом свежим. Отлично вообще. А где вы живете? О, ну у вас тут на самом деле это достаточно просторно. А по вечерам вот чем занимаетесь, когда после матча? Телевизор нам, кстати, выдали журнальчик специально, туда можно разные наклеечки вклеивать. Так, а наклейки, получается, откуда брать? Наклейки нам выдают. Класс. Да, подарите мне одну какую-нибудь суперскую. Антон Слепышев. Давайте для всех, кто нас смотрит, вы в каком классе учитесь? В четвертом. В третьем. Что вы скажете по сегодняшней игре? Игра была хорошая, ребята до конца держались, но, к сожалению, не хватило физики. А как вы играли? Ну, играли все время от обороны, откатывались назад. С каким счетом вы проиграли? Ну, 99-0, но это бывает. Все, спасибо, это был игрок. Михаил Баранчев. Прямо сейчас в Ледовом дворце «Айсберг» идет битва между «Торпедо» и «Югрой». Мы совсем скоро узнаем, кто станет победителем Восточной конференции. Восточной конференции. Сегодня финал Западной и Восточной конференции пройдут в Дворце спорта Большой. Он был построен в 2013 году и был основной площадкой во время Олимпийских игр в Сочи. Это самая современная арена в континентальной хоккейной лиге, где выступает хоккейный клуб Сочи. Матч за третье место побеждает ЦСКА со счетом 5-3. Бронза отправляется в Москву.
все так однозначно. Витязь Локомотив, счет 1-1, третий период. Прошел Локомотив и стал победителем западной конференции. Уже завтра он встретится с Торпедо. Ну вот и все, друзья, мы узнали победителей Запада и Востока. Это Торпедо и Витязь. Уже завтра они встретятся здесь, в Дворце спорта Большой, на суперфинале. Ну а вы не забывайте подписываться на наши социальные сети, следить за всеми новостями и увидимся завтра на суперфинале.